Телеведущая призвала утеплиться в мороз, однако многие интернет-пользователи раскритиковали ее. Ксения Собчак любит делиться на своей странице в соцсети Instagram разными модными образами, телеведущая часто выходит в свет и демонстрирует свои наряды. В этот раз экс-ведущая «Дома-2» опубликовала фотографию, на которой предстала в коротком меховом пальто из норки, коротком черно-сером платье, а свой образ Собчак дополнила высокими черными сапогами. Ксения предложила своим подписчикам в Instagram последовать ее примеру и утеплиться, пока не пришла настоящая весна и на улице по-прежнему холодно. Некоторые поклонники оценили наряд телеведущей, однако нашлось и немало тех, кто резко раскритиковал то, что Собчак носит шубы из натурального меха. Мех – это прошлый век, пуховик надень, Ксюшенька, ты красотка, но лайк не ставлю из-за шубы. Люди, не идите на распродажи. Это ужасно, когда с кого-то снимают шкуру, носить мех, а тем более рекламировать его, как минимум неприлично. Натуральные шубы уже не в моде, ты не знала? Фу, мех давно моветон, реклама убийства животных ради шкурок. Не носим натуральный мех. Это ужасно надевать на себя шкуру, содранную с животного, возмутились подписчики в комментариях. Впрочем, вряд эти комментарии сильно заденут Ксению Собчак. Недавно она призналась, что на своем Instagram она зарабатывает десятки тысяч долларов. Ранее поклонники Ольги Орловой, которая известна своей помощью животным, также резко раскритиковали певицу и телеведущую за шубу из натурального меха.